Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги, и мы сегодня у нас новая серия на проекте Amazing Holy Play. В этой серии я покажу финку нашего семейного бизнеса СТО в городе Арзамас. Я думаю, получится интересное видео, потому что, я думаю, многим интересно, какая же финка у этого бизнеса и сколько я уже заработал за несколько дней его владением. Поэтому обязательно поставьте лайк, пацаны, подпишитесь на канал, давайте постараемся до лета набрать 16 тысяч подписчиков. Но перед тем, как мы поедем к СТО, я хотел бы вам напомнить, что у меня есть свой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. То есть в общей сумме вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Я думаю, давайте начнем с того, где находится наш семейный бизнес. Возможно, кто-то об этом не знает. Пишите, короче, GPS, потом выбираете 6-й пункт бизнесы, и здесь есть 5-й пункт СТО. И здесь вот 33-й бизнес СТО Family Kirill Game. Это именно СТО нашей семьи в Арзамасе. Также есть еще один бизнес, он тоже наш, получается в Южном, СТО за ДПС. Вот, 50-й бизнес тоже СТО Family Kirill Game. Поэтому можете ездить как и в Южный, получается, так и в Арзамас. Тут, короче, Рыжик меня попросил подвезти его до другой заправки, потому что на заправке, которая возле меня, там нету бензина. Но пока мы будем ехать, я вам расскажу, пацаны, как вы можете подзаработать денег немножко. Получается, бизнес нужно возить товары. У меня включена автозакупка, поэтому любой из вас может привезти мне товары. Работа развозчик товаров доступен с 6 уровня. Поэтому, пацаны, можете, если что, привозить мне продукты. У меня стоит за один товар, получается, 80 рублей. Если вы будете привозить много продуктов, можете делать скриншот, кидать мне ВК, и я вам за это дам 50 либо 100 тысяч. Поэтому, пацаны, кто желает, можете возить продукты в наш семейный бизнес. Кстати, для тех, кто не знает, откуда у меня взялся этот Магнум, то можете посмотреть предыдущую серию, я там все показывал и рассказывал. Итак, давайте покажу вам самое главное, суть этого видео, это именно финка данного бизнеса, нашего семейного бизнеса СТО в городе Арзамас. Пишем эту волшебную команду Бусинес и смотрим прибыль за сегодня. Владею я этим бизнесом, получается, уже 4-й день. За сегодня он принес 334 750 рублей. Оплачен он на 30 дней, и также за один товар у нас 80 рублей стоит. Поэтому, пацаны, можете привозить нам продукты в наш бизнес, и кто будет привозить много продуктов, именно там 1000-2000 продуктов, то просто делайте скриншот с таймом и скидывайте мне в ВК. Я вам за это дам 50 либо 100 тысяч. Поэтому, пацаны, кто хочет подзаработать, можете возить нам продукты в бизнес. Нажимаем изменить, и здесь есть финансовая статистика. Повторюсь, пацаны, я владею этим бизнесом всего лишь, получается, 4-й день. Именно сегодня 4-й день, когда я снимаю это видео. Вот, первый день, когда я его купил, он принес 4,5 миллиона, пацаны. Это я просто охренел в этот день, реально. Просто 4,5 миллиона. Потом на следующий день 2 миллиона, ну почти 3 миллиона он принес. Вчера почти 900 тысяч и сегодня 330 тысяч. Да, финочка упала, но я думаю, на выходных она будет подниматься, потому что в основном все играют на выходных. Ну а так вот, финка здесь 300 тысяч, вот 0. Ну, скорее всего, это баганулось, просто рестарт был. Вот такая вот здесь, в принципе, финка. Вот, самая большая финка здесь была, вот, лям 400, но теперь самая большая финка здесь 4,5 миллиона. Честно, я доволен, как бы стабильная прибыль, тем более СТО, тем более семейный бизнес, пацаны. Как бы да, он на мне, но это все равно считается семейным бизнесом. Вот такая вот здесь финочка. Я считаю, что отдали за него деньги не зря. Кто, кстати, не смотрел серию, как я купил этот бизнес, тоже можете найти на канале. Я не знаю, что вам еще, пацаны, показать. Кстати, в тюнинге вы можете поставить винилы, диски, нитро, чипы там. Поэтому, кто желает, можете приезжать в СТО. На этом, я думаю, будет заканчиваться. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приезжайте к нам в СТО, возите нам продукты, кто, конечно же, желает. И всем пока-пока.